Поехали. Камера пишет? Пишет, да. Ага, еще раз представьтесь. Михаил. Начальник управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Тюменской области. Низамов Максим Захарович. Прокомментируйте, пожалуйста, пожар, что сейчас происходит. Значит, в 12.03 поступило сообщение о загорании в спортивном комплексе Лива-19 размерами 20-30. По прибытию первого подразделения, то есть через 7 минут прибыло первое подразделение, горело уже по всей площади, сильное горение. То есть, в момент пожара были эвакуированы 56 человек, то есть пострадавших, жертв, пострадавших нет. Сейчас 12.05 была объявлена организация, сейчас идет транспортный полет. А пострадавшие есть? Нет, пострадавшие нет. А, да какой этаж? Какой? Второй. Все, есть вопросы. Спасибо. Какие возможности тушения пожара? Отключается.